Кормлю птичек. Всем привет. С вами канал Артмания. Батон остался. Здесь вот домик. Там я еще набросала. Вот. Чуть-чуть видно. Ну, что-то птички не прилетели. Они слышны где-то там неподалеку. Поздно я пришла. Обошла несколько магазинов. Хотела пшенку купить, но нигде нету. К сожалению. Сегодня праздник, Рождество. Всех с Рождеством. Ролик с опозданием, конечно, выйдет. С большим. Вот, но вот так вот. Что-то нет птиц. Они уже после 3, насколько я помню, уже не выходят. Каждый год я здесь в Отрадном, на вот этом месте кормлю их. А раньше было довольно здесь много таких вот кормушек. Сейчас вот осталось 3 всего. Вот так вот. Посмотрите, какая красота. Как здесь красиво. Ой, стреляют. Ну вот воробьев слышно. Где-то они вот наверху летают, не спускаются. У них нет такого обаяния, как у змеи. Нет, еще летают. Наверное, сытые. Здесь вот раньше была вот такая вот кормушка. Там та кормушка завалена какой-то каким-то говном. Каким-то, я не знаю, как будто из-под компота. Компот как будто добавили какую-то геркулес какой-то, все вместе сварили, просто туда вывалили какая-то, я не знаю, они едят такую гадость или нет. Первый раз, честно, вижу. Обычно хлеб, семечки, пшено. Вот, пшено мне не удалось купить. И, конечно же, эти вот кормушки были вот так на каждом дереве. То есть вот на том, на этом. Вот они самые большие, их было прям довольно много. И с этой стороны, и с этой. Это еще вот было... В прошлом году, не помню, по-моему, меньше. В прошлом году мне Женька так и не дал покормить птичек. Он не любит стоять с камерой и ждать. А позапрошлом году я кормила, вместе с вами кормила. Можете найти. Это 2017 год. Вот. Очень люблю кормить птичек. Прям мне такое удовольствие, когда они едят. Раньше я кормила и летом, они летом хорошо так кушали, особенно на Волге. Я помню, муж лежит, сгорает, а я рядом кормлю птичек. У них много, так они едят, едят эту буханку, скорее, скорее. Съедают, еще у меня там чуть-чуть остается хлеба. В итоге где-нибудь докармливаешь. Однажды женщина подошла, сказала, мол, что вы сейчас их кормите? Они должны червячков кушать, а то они так червячков не кушают. Червячки кушают вроде это яблоки наши. Я говорю, ну, здесь яблок нету в городе на набережной наших. Поэтому пусть едят, пока есть возможность. Вот. А сейчас меньше кормлю. Сейчас с Димой не очень удобно. Хотя в этом году, конечно, можно попробовать зимой покормить. А вырастет он, мы, наверное, вместе уже будем кормить. Это довольно интересно. Посмотрите, какой лес красивый. У нас сегодня снег выпал. А, здесь стреляют где-то. Я думаю, чем порохом так пахнет. Какой красивый. Здесь такая дорожка из елочек. Красиво. Там прям темно-темно. А здесь чуть светлее. Очень люблю такой. Такие дорожки. Липовые, вот елочки. Березовые. Рощи всякие. Ну ничего, мы с вами еще. Много места пойдем.
Наверстаем все. Там как снег выпал красиво. Короче, 1/4 буханки оставила хлеба, батона вернее. Пойду сейчас поищу птичек, наверное, еще. Может быть, где-то есть, где-то они сидят, кушают что-нибудь. И засниму. Накормлю их сначала и засниму. Красиво. Аллея такая, елочная аллея. И, знаете, здесь так уютно. Ощущение, как будто я здесь родилась, на этой аллее. И жила все эти годы. Какое-то ощущение, как будто это дом твой. Запах такой ароматный. Птички где-то кричат. Высоко в небе кричат, наверное. На верхушках деревьев. Как красиво. Какая красота.
красота. Лак, памятник. Какой красивый. Звездочки такие. Наполовину в снегу. Елочки такие по бокам красивые. Не нашла я птичек. Там во дворе дома стреляют. Петарды взрывают. И, конечно, их нету. Они сидят там где-то на ветках в разных местах. Для птиц, наверное, это большой стресс. Петарды эти. Потому что раньше таких проблем не было. Всегда приходила, кормила, и они тут же прилетали. Сейчас я, наверное, просто эту остатки буханки хлеба положу там под елочками. По крайней мере, это то место, где их кормили всегда. И там пролетало две синички. Не знаю, я их засняла. Он, по-моему, не особо успела. Надеюсь, то, что они позовут остальных. Смотрите, какая красота. Там еще самолет в небе летит. Ну нет, там никто не пришел, конечно. Синичка поела и улетела. Ну ладно. Я сейчас докрошу и пойдем с вами дальше. Опа, успела. Много детей. Я не узнал. Ну, поднесу котики. Холодильник. Она холодная. Да? Думаешь, не успела? Женя, привет! Скажи, с Рождеством! С Рождеством. Что так тихо-то?